обсудить. Пока у нас 8 зрителей, ну, на самом деле, это хорошо. Поехали. Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельян. И Алексей Яковлев. Да. Светлана Амельян, автор школы машинного вязания, изба вязальня от имени Натальи Некрасовой. Я сегодня уже в очередной раз у Алексея Яковлева, который занимается ремонтом, наладкой, настройкой и продажей вязальных машин Нева, Ладога, Северянка. И так как мы в своей школе машинного вязания считаем, что новичкам не стоит сразу вкладываться в вязальную машину дорогую, новую, у которой очень много функций, с посылом на то, что об этом, как бы этими функциями я буду пользоваться через годик, через два, но зато мне не надо будет покупать новую вязальную машину, мы с Натальей все-таки пропагандируем тот вариант, что покупайте ту машину, на которую у вас есть деньги здесь сейчас, чтобы вам это было не обременительно. И в большинстве случаев получается, что эта машина за 1, 2, 3, 5 тысяч, и как бы за эти деньги вязальная машина может быть в очень хорошем состоянии. Поэтому в нашей группе ВКонтакте я провела опрос, какую вязальную машинку вы купили и в каком состоянии. Так вот, больше 90% ответили на то, что вязальная машина была куплена БУ с рук. Это неудивительно, потому что вязальная машина Нева, Ладога, Северянка, они все выпускались, закончили когда выпускаться? Ну, там Нева 2, наверное, в 85-м году, Нева 5 в 2000-м, наверное, дотянула. Вот. То есть можно, конечно, найти из этого перечня машину новую. Я сама несколько лет назад помогала одной женщине продать эту машину, которая была в качестве зарплаты выдадена сотруднику. Это было удивительно. В масле, в упаковке с печатями, с этими, с картонными печатями. Ну, да, удивительно. Да, я первый раз такое видела. Первый раз. То есть можно найти новую машину, но они все равно все с рук. И опять же, исходим из того, что бушная, то есть машина, которая куплена много лет назад, не может считаться новой. Правильно? То есть мы обсуждали этот вопрос смазки и все остальное. Ну да, то где хранилось, как хранилось. То есть... И слова тоже, что она хранилась, ее никто не трогал, это тоже как бы не есть. Бывает, что не есть, это как что так и было. А мне попадался человек, у меня, говорит, машинка, не работали на ней. Когда я приехал, посмотрел, я говорю, ну, а как не работали? Видно, что она не то, что не работали, а убитая. Но он привел такой аргумент, не работал я на ней. Да. То есть, Нева, Ладога, Северянка сейчас существует, пройдя уже 4-5-6 рук. То есть, как бы, к этому нужно быть готовым. И поэтому, опять же, исходим из того, что покупаем новую машинку для ученика, только в том случае, если у вас эти деньги, ну, вот как бы не нанесут бюджету убыток. Если же для вас эта сумма критичная, ищем машинку бэушную. Поэтому я приехала к Алексею, чтобы он нам дал советы по тому, как выбрать бэушную вязальную машину, чтобы не ошибиться. Потому что очень часто пишут, что я живу там в Казахстане, еще где-то, и у нас рядом никто не продает. Ну вот нету, никто рядом не продает. То есть как купить? Вот первый вопрос, это сколько может стоить вязальная машина бэушная в хорошем состоянии, в идеальном состоянии. Вот какие у нее рамки? Рамок нет, потому что люди продают как бы от своего желания. Да. То есть кто чего хочет. Пенсионерка бабулька, она рассчитает, что раньше эта машинка Нева 2 стоила, предположим, там около 200 рублей. Ну, она считает, вот две пенсии тогда это, предположим, и сейчас, значит, она должна стоить там, ну, ладно уж, я смилуюсь над покупателем, поставлю 10 тысяч. Да. И вот сидит, ждет. То есть, в принципе, может быть, она и дождется. То есть, люди тоже, которые покупают, они подумают, что за 10 тысяч, ну, наверняка она там 100% хорошая машинка. Давайте-ка я куплю за 10 тысяч. Ну, вот покупает. В принципе, тут вот... Но есть старая категория бабушек, да, которые отдают бесплатно. Да, тоже есть и такие. И в новом состоянии. Да, поэтому тут вот, мы сейчас рассмотрим, в принципе, на что вот, если обратить внимание, вот если вы все-таки решили покупать даже не у себя, а на расстоянии. То есть, хотя бы, чтобы вот люди вам показали, может, сфотографировали. Там, вот, потому что мне там иногда, я даже что-то сейчас продавал, меня спрашивают, а сфотографируйте это. То есть, в принципе, хотя бы, чтобы вот люди, ну, чтобы начально вас уж совсем, чтобы не попасть на эти, хоть и небольшие деньги, но как бы вот тут даже не то, что деньги, тут вы понимаете, вы эту машинку купите, и вам начнете ее осваивать, у вас что-то не пойдет,
И вы начнете сомневаться, то ли я что-то неправильно делаю, то ли машинка у вас не пошла. И тут нервы плюс деньги, а нервные клетки не восстанавливаются. Мы сейчас с Алексеем обсуждали вопрос, стоит ли верить продавцу на слово. И он привел такой пример, что один из товарищей сказал, что как он пригласил на ремонт или на что, что не, машина новая не вязала. Вот как вы сказали, да? Она убитая в хлам, а он говорит... Так я на ней не вязала. То есть, когда она к нему попала, сколько у нее рук перед ним было, вообще неизвестно. Поэтому то, что он не вязал, это вот не факт, что на ней никто не вязал. Да, потому что давайте посмотрим просто на что-то, да, обратить внимание, если вы все-таки решили этим делом заняться сами, какой-то интересный вариант у вас получился, может, недалеко от вас. На что, значит, обратить внимание при покупке вязальной машины? То есть. Все-таки постулат – это то, что цена не является показателем качества вязальной машины. Во всяком случае, в отношении Ладога Нева Северянка, потому что эта машина ивушная, и цена определяется исключительно по желаниям продавца. Все, больше никакой шкалы или градации, сколько может стоить. Это опытные люди, которые, как Алексей, который этим занимается, он понимает, что если нет счетчика, она столько стоит, если нет этого, столько стоит, если нет этого, столько стоит. Для обывателя, который первый раз единственный продает машину, ориентиров, почему она стоит столько, а не столько, вообще никаких. Поэтому, если человек продает за 10 тысяч и говорит, что новая, это не факт, что она действительно новая. Первое. Второе, то, что она даже вас будет вязать. Потому что, если она простояла на балконе новая, но у нее все петли заржавели, шнур подыгольный сгнил, платины там, пружины какие-то заржавели, то есть ее ремонт может обойтись очень-очень дорого. Поэтому не факт. То есть ориентируемся не на цену, а ориентируемся на другие показатели. На что ориентируемся? На внешний вид? Сначала, конечно, да, при покупке сначала показываем. Показывай, да? Показываем. Сейчас, минуточку, я... Так, показываю, да? Ага. Машинка, предположим, начнем с Невы-2, быстренько пробежимся по ней. Машинка выпускалась до 85 года, просто иногда мне звонят и спрашивают, это Карл Марса, там это Вулкан, на Неву-2, в принципе, на это смотреть не нужно, какой завод выпущен, до какого года, то есть они, в принципе, все, когда выпускались, были качественные. То есть, если машинка в хорошем состоянии, то тут на это не надо смотреть, какого завода. Значит, смотрите прежде всего на игольницу. То есть, чтобы она была чистенькая, не было на... Эльвира пишет, купила Неву 5, лежала 20 лет, теперь вяжу. 20 лет могла лежать, 20 лет неизвестно, в каком состоянии, да. Где она, как могла лежать. Повезло, если она в хорошем состоянии хранилась. Да, то есть смотрите, игольницу, чтобы не было забоин. Если тут не видно, наверное... я сейчас увеличу, если... Сейчас я попробую еще увеличить. Это что? Это, в принципе, просто игольница сломана. Перемычка между иглами. Видно, был удар, какой-то скол, да. То есть, эта машинка уже Нева-2, она хоть и простенькая, и выпускалась раньше, но ремонт, она очень сложна. То есть, чтобы это заменить. Видно, да? Видно. Скол, скол. Тут явно, что тут вязать она не может. Поэтому тут игольница у Невы-2, нужно смотреть, чтобы она была в хорошем состоянии. Почему она не может вязать? Я бы, честно говоря, подумала бы, что она может вязать. А что здесь? Какая здесь проблема? Иголка будет вываливаться в этом составе, в этом положении. Она ее как то есть она просто чисто вылезет. То есть тут точно она 100%. Будет выбиваться. Да. Я бы тоже не обратила внимания. Но если купить, то, в принципе, можно переставить назад, Можно, но я просто говорю, что если у Невы 5 люди, которые, наверное, опытные, там легко заменяются, то эта игольница, она состоит из 6 плат. Но чтобы добраться до этой платы, нужно разобрать всю машину.
не факт, что вам ее потом удастся собрать. То есть Нева-2 в ремонте очень сложна. И даже я сейчас, в принципе, не занимаюсь вот этими делами. Вот если у кого-то вот выбита так вот игольница, то я, в принципе, предлагаю просто другую игольницу, потому что ремонт, ну, очень долг и дорог, так скажем. Поэтому, ну, вот смотрите сами. Игольницы, значит, посмотрели. Ну, вот она не должна быть. То есть, если покупаете удаленную фотографию. Фотографию, да, игольницу, да, чтобы. Внимательно смотрим. Потому что вроде бы вот она даже и другие места вроде чистые, хорошие, но вот это место, значит, ну, сразу же явный брак. Такой брак, что, в принципе, что даже, ну, тут не очень в ремонте очень будет сложно. Каретку покажите, скажите, с фотографией с другой стороны каретки обычно просите. Ну, и с этой стороны можно. Алексей. Да. И с этой стороны, как бы, можно, ну, как бы, вот как она чисто выглядит. Ну, лучше просите, я даже вот везде прошу, обратную сторону каретки. То есть, вот, чтобы было видно. На что обратить внимание? Вот как выглядит стертость этих язычков? Потому что их регулярно покупают, как стертость выглядит? Вот а это. Стертость, вот Светлана вот увидит, вот видите, она стерта здесь. Да, вижу. Ну, явно, что видно. То есть, как это будет вам на фотографии видно, я не знаю. То есть, ну, вот она видно, что она здесь стерта. Угу. И с этой стороны. То вот есть, не совпадает. На самом деле, как будто ну, она там должна быть, да, ровненько. Но она не совпадает. Да, то есть, здесь выемка есть. Выемка, уже выработка. Да. То есть, в принципе, это может быть ничего страшного, но бывает, что из-за этой выемки как раз иголка встанет не туда и поломает всю игольницу. То есть. Вот как раз Наталья пишет. Мне предлагали Неву-2 в масле за 5000. По факту 90% игольницы было ржавое. Ну, вот. Ржавое, да, смотрите, ржавчина, конечно. Потому что тоже здесь она как бы не предусмотрена, что она где-то на нее вода будет. То есть ржавчина тут тоже попадает сразу же. А вот, ну как бы вот это мы посмотрели, это сфотографировали. Какие еще могут быть здесь вот проблемы? Что еще ну, может? Ну, главная проблема – счетчик. Потому что счетчик, ну, счетчик сейчас покупают в основном электронный, поэтому, в принципе, в машинке в комплекте может не быть. Да, да. В принципе, счетчик – самая решаемая проблема из того, что вот можно восстановить. То есть, ну, смотрите ржавчину, да, чтобы не ржавая была. А что, не ржавая что? Ну, прежде всего, конечно, иглы. То есть, вот чтобы посмотрели вот эту вот, ну, поверхность игл, вот она вот беленькая, то есть если она ржавая, блестела, да. Алексей, а вот если они в масле, то иглы как выглядят? Они матовые или что? Или а как вот они? Как вот женщина сказала, все было в масле, а она ржавая? Вот я не пойму тогда. Просто что ржавое тогда было? То есть, не, но они должны блестеть, то есть, вот, чисто, что на них никакой, вот, особенно, вот, как бы, конец, вот, вот где самые язычки. Ну, если 20 лет лежала, вот, она будет блестеть, или она все-таки какие-то да нет, патины там покрывается? Нет, будет блестеть, то есть, если, хорошая, да, была, да, в зависимости, где она, да, хранилась, в каком месте, у кого хранилась, то есть. Значит, если на иголках следы ржавчины, стоит машину брать нет, или лучше нет? Не берите, потому то что. То есть, ржавчина может выплыть где угодно. Да, тогда. Да, да, потому значит, что. Значит, уже вода туда попадала. Попадала, да, может быть, ржавое видно, что вам попалось ржавое, видите, что рельсы ржавые, а если рельсы ржавые, то значит влажность была, значит иголки точно уже то есть подвижны. В этом случае тогда, если вы ржавую берете, значит вам однозначно придется все иглы менять. То есть не одну иглу, а скорее всего. Все, да. Кроме того, там же еще подыгольный шнур, либо подыгольная пружина, наверняка тоже ржавая. То есть, как бы, ну, большой придется ремонт делать. Да, зачем ржавую? Я говорю, сейчас много предложений, в принципе, ржавую тоже сразу же откидывайте, если она уже проржавевшая, ну, значит. А вот как определить, ржавая или ржавчина? Ой, грязная или ржавчина? Ну, ржавчина – это ржавчина, а грязь стирается, а ржавчина тряпочкой провели, ну, и стерли, а ржавчина уже так просто не уйдет. А вот если машины кто-то вязал, ну вот как нам рассказывали вы про чистку, вот они повязали, машинку убрали, вся грязь осталась. Потом, значит, женщина больше там, не знаю, умерла, уехала, и кто-то там, дети достали с антресоли, продают. Вот грязная машина, как она выглядит, вот чтобы понять, что это грязь? Ну, грязную, наверное, тоже лучше не берите. Наверное, я так понимаю, что если она уже вся грязная, значит, на ней уже действительно много вязали, плохо за ней ухаживали. Ну, есть любители, говорят, я всю машинку разобрала, почистила.
В принципе, ну, есть вот такие люди тоже. Ну, я считаю, что тоже вариантов много, что можно и не грязную взять, потому что грязная – это тоже непонятно. Это значит... Нет, здесь вопрос, вот как там пишут? В моем окружении есть только вот, пишут, у меня предлагают такую машину и такую. Какую из них выбрать? Вот у меня как бы вот в городе продают. Вот они хотят либо здесь, либо вот как бы нигде. То есть люди не покупают через интернет, боятся покупать через интернет. Можно ли проверить? Понимаете, иногда бывает, в соседнем городе сел на автобус, поехал, но заранее можно все фотографии получить по почте, да, и обсудить, ну, это. Да, все. Да, 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 конечно, сначала лучше посмотреть, проверить. Я говорю, что это такие варианты, что нельзя провязать. То есть вообще главная проверка – это, конечно, провязать. То есть если есть возможность, то это надо обязательно, как она работает, как машинка работает. Потому что бывает, ну, вот она просто... Почему-то вот не вяжет и все, то есть в этом разбираться должен специалист. То есть вам даже, я думаю, что будет не разобраться, почему она не вяжет. Потому что у людей разные тоже, когда ее перед тем, как ее убирают, бывает, что-то с ней сделают, и забудут. Потому что иногда приходят такие машинки вот, в ремонт или приходишь, что, ну, что они просто, ясно, что они уже не должны вязать. Потому что там детали неправильно поставлены или какие-то детали просто отсутствуют. А как они вяжут, если она приходит? Они не вяжут. Они убрали... Пытались там, предположим, те же 20 лет назад. Она, может, повязала, что-то у нее не стало вязать. Или у кого-то у родственницы она ее убрала. Вроде бы думала, что вяжет она. А на самом деле эта машинка уже в последнее время не вязала. То есть, потому что она была что-то уже сломана. Поэтому тут вот слова продавца, что она вязала, вяжет. Да, мама вязала до последнего до дня. Последнего, вот как да. бы, вот не, на слово не верьте. Не. А вот здесь опять же вопрос возникает. Мама вязала, я вязать не умею. Продемонстрировать не могу. Что делать? Вот что делать? Брать или не брать? За 500 рублей. За 500 рублей брать или не брать? Ну, за 500 рублей, наверное, может быть и брать, если... А дальше что делать? А что дальше делать? На свой уже вот попробовать, да... Если человек... Клянусь, мама вязала, да, при этом берете, оказывается, мама вязала, но после того, как мама вязала, она машина проржавела там и так далее. Да. То есть все, что угодно может быть. Все, что угодно, и тем более, когда вы не умеете вязать, показать никто не сможет, вы придете поставить эту машину. Что-то начнете вязать, что-то у вас там, предположим, ну, что-то вы сами, может, неправильно сделали, может быть, там шерсть у вас какая-то там грубая или какая-то, но что-то у вас в вязании не получается. Вы все, сели в этой машинке, сидите, смотрите. Непонятно. То ли она не вяжет, то ли я неправильно делаю. Естественно, начинают на машинку. Первым делом, потому что у меня даже много случаев, которые на моей машинке были, люди поставили машинки, начали вязать, что-то у них не вяжет. Они мне прислали плохую машинку, да. Начинаем разбираться, люди то одно, может, не то сделали, то не включили, то не повесили, то я есть другую взяли. Да, просто я с этими людьми начинаю разбираться, там буквально вот мы там и видео скидываем, я говорю, вот пошагово, каретка слева, там набрали, там, переведите каретку вправо, фотографии мне пришлите, видео. То есть начинаем разбираться уже. И вот тут, ну, 95 случаев, что человек неправильно. А если бы эта машинка у него была куплена у кого-то, ну, значит, естественно, что она постояла бы за 500 рублей, ну, и он ее просто, что не жалко выкинуть. Какая? Но нервы еще потрачены. Какая рекомендация? Покупать у тех, кто все-таки на ней вяжет на машинке? Эта рекомендация тут даже не обсуждается. Это, да, ну, человек может хотя бы дать совет. Мы не будем даже это, я думаю, обсуждать, потому что здесь вопрос-то очень сложный, потому что всегда определять исходит из цены. То есть мы люди экономные, и как бы человек клянется, что мама вязала до последнего, вот как бы вот даже свитер донашиваю, вот он связанный, отдаю там, я не знаю, за 2000, за 3000. Приезжайте, забирайте, но я вам показать не могу. Могу, да. Вот что делаем? Здесь вопрос, критична ли для вас вот эта сумма 2000 либо 3000? Потому что за 1000 вы можете съездить в соседний город, и там, если вы, например, нашли 2-3-4 машинки, проехать в один день и посмотреть. Вот как бы бывают такие варианты. Вот у нас в Питере, у нас есть Авито, реклама «Шанс», «Из рук в руки», там миллион всяких этих досок объявлений, можно пойти, подобрать этих несколько вариантов, чтобы подъехать, просто посмотреть. Если для вас вот цена 500 рублей, это очень критично. Вот прямо вы считаете, что вы хотите начать зарабатывать на ней, но начальное вложение вы не готовы. А бывали ли у вас случаи, когда человек приходит, у него 2, 3, 4, 5 машинок, из которых он пытается собрать одну, потому что все ему достались
бесплатно на помойке, там, я не знаю, кто-то подарил. Бывали такие случаи? Да, ну на помойке навряд ли. Несколько лет назад женщина звонила, по-моему, 3 или 4, у него два было. Вот так она покупала. И потом говорит, что ни одна не может вязать, ни одну она не может собрать. То есть приедьте, посмотрите, значит, соберите. Ну, что-то, если честно, у меня тогда было очень запара со временем, и так я и не приехал, не посмотрел. Ну, женщина, я не знаю, чем это у нее все закончилось, не могу сказать. Ну, есть такие, да, любители, вот думают, что вот это не повезло мне машинка, ну, со следующей-то точно повезет. А я говорю, что, во-первых, может быть и человек что-то неправильно делает, может, машинки-то были неплохие, то есть, Кто с ней будет заниматься? То есть она вроде бы купила, уроки она брать не хочет, платить за уроки она тоже не хочет. Думает она сама. Это не даже телевизор нужно настраивать. А тут машинка, тут раньше 3 года учились люди, чтобы вязать. Алексей, кто спрашивает, а будет ли рекомендация по бразерам или только по отечественным машинам? А есть разница вот в покупке бушной машины Бразерс или вот Нева? Есть вот какая-то принципиальная разница? Да, если вы на расстоянии и не умеете вязать, то есть вам не могут показать ее в деле, то также, значит, надо покажите фотографии, покажите, значит, иголки. Фотографии иголки, фотографии обратной стороны каретки, потому что там износ виден, в принципе, на ней. Ну, и все, в принципе. Комплектность обязательно должна проверить. Цена не должна быть определяющей. Я понимаю, что хотелось бы дешевле. Да. И знаете, как продавец говорит, у меня еще 5 человек звонит. И вот как да, бы, это у них любимый. Поэтому, значит, не ваша машинка. Вот представьте не себе, торопитесь, что вы заплатили 10 тысяч там, или 15 тысяч и остались вот ни с чем, потому что вы не знаете, что с этой машиной сделать. С импортными машинами вообще очень сложно, потому что часть из них уже снята с производства и запчастей не выпускают. То есть можно купить иголки, потому что бразером вот иголки, они стандартные, там к этим машинам такие стандартные. А вот остальные запчасти, если они сломались, вам просто их даже будет не купить. И очень часто те, у кого машинка вот снята с производства очень давно, они от них пытаются избавиться по какой-то очень хорошей цене. Вы даже не представляете, это как машину с битым сцеплением, да, продавать. Вот как бы пока включается, привезли домой и все, и она не включается. И вам пошла эта ремонт в корзине. Сами понимаете, Брайзер, цена маленькая, это маленькая относительно чего? То есть там уже на несколько десятков, наверное, тысяч. Там уже ощутимая сумма. Если это, ладно, там, может, 1000-2 там как бы, да. А там уже сумма-то очень хорошая. И я думаю, мастера с вами тоже не очень захотят, потому что вы купили у кого-то, а хотите, чтобы вам кто-то, значит, посоветовал, там что-то отремонтировал. А на форумах обычно я захожу, иногда я стреляюсь, что там пишут. Иногда есть полезные советы, видно, что умные, я обычно туда не влезаю, думаю, тут разберутся люди, потому что есть мастера, женщины, которые разбираются в этих машинках, тем более в этих, в импортных-то я особо не знаю, но думаю, что тоже там не все так просто. Поэтому, смотрите, сможете вы эти машинки сами потом реанимировать, восстановить. Самое важное, это не верьте на слово. Вот клянусь мамой, это не то слово, на которое вы должны реагировать, как покупатель вязальной машины. Цена здесь, то, что цена 10 тысяч или 40 тысяч, вообще не факт. То есть и по бразерсу, и по всему остальному. Все определяется только либо знанием человека, либо незнанием, сколько это стоит. То есть эта машина может она может быть неисправна или какая-то еще что-то, но человек сходил и посмотрел, новая стоит вот столько, соответственно, у меня она была там 10 лет, соответственно, вот я ее за полцены продаю, там за 50 тысяч продаю. Девочки, за 50 тысяч можно купить новую, которую вот вчера купили и сегодня решили, что уже не нужна она в хозяйстве. То есть цена бушной машины не гарантирует вам, что это действительно машина в рабочем состоянии. Во-первых, можно ли подать и определить, сколько она была в работе? Да нет, вот они, Нева-2 очень такие машинки, что если бывает придешь, там человек говорит, что я вот на ней просто там десятилетия работал, там, если не больше. А я говорю, она у вас как новая выглядит. То есть человек, может, ухаживал за ней, там вот после каждого раза там протирал щеточкой, там смазывал, шерсть хорошую использовал, потому что от шерсти тоже, естественно, эти язычки стираются. То есть абсолютно. Вот я хочу сказать, что если сравним с машинами, автомобилями, которые ездят по дорогам,
то, например, происходит какое-то наводнение или еще что-то. И вот эти машины плавающие, да, они вроде бы высушены, ну, и да, все, но виду... там у них дефекты плавающие точно так же, которые потом вы всю жизнь будете мучиться. А продают ее по цене, вот как бы, как будто бы она действительно чуть-чуть бушная. Поэтому вязальные машины, которые продаются, они могут быть 2 года назад выпущены, но уже убитая, потому что она, например, работала в ателье днем и ночью, да, там вот как да, бы да, на потоке. То есть срок ее продажи или там гарантийный талон, он тоже как бы не может быть гарантией того, что машина новая. То есть 2 года назад, 5 лет назад, ну, да, не гарантирует, что специалист, это да, вот... ее... нужно внешне смотреть. Да, внешне или должен специалист увидеть ее, потому что вот иногда там мне говорят, что ой, эта машинка там бэушная. Я говорю, а покажите, почему бэушная. То есть специалист, он сразу увидит, как вот так же автомобиль, да, он сразу посмотрит там на педали, там она как истерта. Так и я здесь, я знает, прихожу, куда смотреть. Да, знает, куда да. смотреть. То есть, в принципе, машинка может, ну, в идеальном состоянии быть, но я вот посмотрю, я сразу вижу, что она там, ну, хорошо поработала. То есть были такие много случаев, да, да, особенно вот люди, я тоже так же на Авито и покупаю, прихожу, и также они говорят, о, машинка, ну, не пользовалась никто. Ну, я говорю, ну как не пользовалась, сразу показываешь, там рельсы стерты, там еще что-то. Я говорю, да она не то, что пользовалась, они это очень хорошо, да, пользовались. То есть, поэтому, ну вот, опять же мы к этому, что, то есть, очень, это кота в мешке вы покупаете, откровенного, которого... То есть, вот я смотрю, когда на Авито захожу, то смотрю фотографии, там одна какая-то, и инструкция, да, и все. То есть, одна фотография машины, случае, да, и это, что есть инструкция. Все, что есть коробка, что есть инструкция, и все. Вот что там внутри, никто никогда не выкладывает. То есть, люди действительно продают один раз, они просто не понимают, как эти машины, да, продавать. Многие не знают, не да. знают, да. Многие не знают, многие просто скрывают. То есть, тут такие, что есть, которые просто не знают, есть, которые, ну, хотят лишь бы втюхать, и как бы все, и трава не расти. Ну, там был у меня вот недавно случай, женщина, я ее Ниву 2, ну, продавал. А она до этого Ниву 3 хотела. Или Ниву 6, не помню. И купила. Но единственное, что когда она принесла, тоже там то ручку не отвалилась, то еще чего-то. Ну, в общем, говорит, я решила ее назад вернуть. Ну, я очень удивился, что вернет. Но вот вернула. То есть, в принципе, человек взял. Но это вот таких единиц, которые ее возьмут. Поэтому... Жардин пишет, я купила Ниву, у которой каретка плохо работает. Теперь у меня есть запас игл для Нивы 2. А надо было проверять на месте, не верить на слово. Больше я не ложаюсь в покупку, и обе машинки теперь вяжут. Ну, вот да, через какое-то время вы научитесь обращаться с этими вязальными машинками, но время может быть потеряно. То есть, опять же, придется к мастеру обращаться, еще к кому-то. Да. Поэтому, если вам не могут продемонстрировать вязальную машину, что она работает, ну и как это говорят, умные, да, дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. Вот люди все равно знают, нет, все равно покупают. Поэтому я как бы к Алексею приехала, почему? Потому что Алексей машины покупает бушные, восстанавливает, делает им профилактику и отдает в рабочем состоянии. Да, с гарантией. И машина действительно реально работает. За это он берет деньги, потому что восстановить эту машину... так, чтобы она работала, это же не просто смазать. Там очень много операций, которые нужно сделать. Заменить эти все стертые детали, подтянуть, настроить и так далее. То, что вы своими силами никогда не сделаете, у вас просто нет опыта. Вы потратите на это жизнь. То есть, когда вы говорите либо время, либо деньги, то нужно понимать, что 2000 рублей за проведение профилактики, они вас не спасут. Но они вам сэкономят огромные силы, нервы, время. То есть вы машину взяли и сразу начинаете вязать, потому что все машины Алексея, они уже идут с отвязкой, они проверенные, и вам высылаются с отвязкой на всю, как она, станину эту. Да, и как это говорят, после гарантийного обслуживания. И да. Потом с любым вопросом можно обращаться люди, и, в принципе, я всегда это отвечаю, все решаем, все вопросы, да. Если какие-то возникнут. Да, а человек, который вам продает, у которого машина досталась в наследство, и который хочет от нее избавиться за 2000, за 3, за 500 рублей никто не продает, да, ведь как бы... Ну, есть разные люди. Нет, есть 500, вот, кто-то ремонт делает, вот я, например, переезжала, у меня вот все что угодно, только приезжайте, только забирай, чтобы не на помойку. Ну да, 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 вот, кто-то приезжает, тут ремонтирует. В каком виде там, да, вообще да. неизвестно.
Поэтому, да, и за 500 рублей можно. И можно купить хорошую машинку за 500 рублей. А мне даром отдавали, даже писали. И это, ну, я приезжала, забирала вязальные машинки даром. Потому что, как бы, говорят, вот возьмите в вашей школе, пригодятся кому-нибудь. Но вы понимаете, как бы, мы же не можем сидеть и ждать случая, когда вот нам упадет с неба хорошая рабочая вязальная машина. То есть, если вы хотите вязать, ну, заплатите небольшие деньги. Сколько стоит Нева, сколько там, Нева 2, Нева 5? Ну, у меня 5500 рублей в отличном состоянии, как я пишу, и за 4000, ну, в хорошем, то есть видно, что она бэушная. А за 5500, ну, они рабочие. Ну, рабочие, просто, конечно. Просто внешний вид. Внешний вид, да, просто я не борюсь за внешний вид. Поцарапанные, да. Например, вот эти железки, да, поцарапанные, да. Там или еще что-то. Него 2, конечно, посложнее найти хорошее, а него 5, вот у меня даже вот сейчас вот стоит машинка. Человек из Москвы позвонил, говорит, я хочу жене, вот жена загорелась, хочу жене подарить на день рождения. Я говорю, ну я подберу вам, как бы, ну вот, чтобы она вообще вот блестела. Ну вот, если и хотите. Еще. Да, и бантиком обернуть. Вот она, в принципе, не у 5 можно найти вообще, что вот она, да, совсем-совсем практически не бушная. Ну вот давайте посмотрим, какие поломки критичные. Вот все-таки, если, ну, человек вот деньги экономит и говорит, ну, как бы, 5 тысяч для меня дорого. Вопрос. И рядом кто-то продает, ну, или даром отдает, или вот еще как-то. Вот какие поломки критичные? При какой поломке вообще не стоит даже даром брать, чтобы нервы не тратить? Ну, мы уже говорили, что поломки, ну, главное, ржавчина. Поломки это что, значит? Не, ну, поломка может быть, во-первых, кто-то на нее наступил. Ну, да, ну, если видите механическое, да, повреждение, естественно, что, знаете. Можно ли ее выгнать, потому что, да, знаете, ну, значит, можно, можно ли выгнать? Ну, да нет, конечно, можно, да, но это потом работать не будет. Ну, я даже не знаю, зачем вам, вот, понятно, что можно и выгнать, можно и отремонтировать, но вот просто не вижу вот смысла. То есть, если кто-то есть, может, любитель техники, конечно, вот он хочет купить эту машинку, сам все разобрать, собрать. Ну, есть, знаете, хоббисты, да? Да, да, вот, да, хобби, да, вот. Я просто вот не вижу, чтобы, если покупать сразу, видно, что она сломанная машинка, то не вижу никакого смысла, чтобы вот ее отремонтировать. Сломанную машинку стоит покупать тому, кто любит вот ковыряться. Ну да, да, может, у кого-то уже есть одна машинка, он мечтает собрать из одной-две. Но там у него два, кстати, вот не факт, что можно собрать, потому что частенько каретки, я очень не люблю вот каретки продавать на него два, потому что там одна каретка, она уже притерта к этой игольнице. И когда вы даже покупаете новую каретку, там совсем, ну, бывает, что она просто не работает. Поэтому, как бы, вот у него два лучше даже ремонтировать каретки. То есть, понимаете, даже вот я говорю, что даже из двух, из трех машин не факт, что они совместятся. Просто, ну, год же было расстояние-то между этими, и что? Нет, все равно разные, да, все равно, я говорю, одна машинка уже, она уже была в работе, у нее эти платинки, предположим, уже притерты. А если новую каретку ставите, она, как бы, вот как считается, что она по-новому, там, либо как трактор работает, либо вообще не работает. То есть очень много там надо знать, чтобы поднастроить ее, может быть, что-то там где-то не так подходит. А вроде бы они все одинаковые, но как бы все равно разница есть. А вот мы с вами говорили, что вам можно прислать какую-то технику, и вы ее обратно отправляете. Да, да. А вот как это делать? А вот каретки вам присылают или. Сейчас, да, я начал это осваивать, то есть предлагаю людям. И, в принципе, люди довольны и присылают, и машинки присылают. Потому что у одной, вот только что я в Чебоксары отсылал назад машинку отремонтированную, она отдала, нашла какого-то мастера, мастер там, ну, говорит, несколько месяцев мурыжил эту машинку, говорит, он, говорит, не специалист по этим... Не, ну, то есть мастер, ну, по автомобилям, не, да, да, он по швейным, да, он по швейным был машинкам, и она говорит, есть смысл прислать, я говорю, ну, не у 5 тем более, я говорю, ну, присылайте. И, в принципе, мы настроили, то есть женщина довольна, вот машинка, правда, еще едет. Но я так посмотрел, думаю, что все отладили. И это получается, даже из другого города пересылка дешевле, чем по Питеру. То есть, пересылка... Не, ну, вам же не в дом пересылают, вы же... Ну, я забираю, да, я просто часто езжу, то есть просто я за это не беру деньги. То есть, за пересылку человек платит только чисто транспортной компании. То есть, это, ну, где-то около 400 рублей туда, 400 рублей обратно. То есть, 800 рублей. А по Питеру даже я езжу, я, ну, меньше 1500 за выезд не беру, потому что пробки, дороги, полдня только на дорогу потратишь. Поэтому... Даже вот выгоднее, я думаю, присылать из другого города. Ну, естественно, я только смотрю, конечно, заранее,
ну, стоит ли ее присылать, стоит ли ей заниматься. Потому то есть он присылает фотографии? Ну, хотя бы, да, рассказывает, что с ней, что с машинкой там, то есть можно ли ее восстановить, там, ну, бывает, что... Ну, то есть, если к вам обращаются, то вы первым делом спрашиваете, расскажите, ну, что с ней, фотографии пришлите, да-да. Справа-слева, без этого... то есть не сразу присылайте, я вам гарантирую. Да-да-да. Я как бы деньги не беру ни за что, то есть то иногда обижаются, уверен, да, да. Потому что и ваши деньги, и мне за плохую работу я тоже... А вот давайте еще раз тогда про каретку для Нивы-2. Вот если вам человек пишет и говорит, что у меня там стерлось там что-то или поломалось что-то, то вы ему говорите, присылай каретку, и я тебе восстановлю. Либо новую каретку. Ведь новая каретка недорого стоит, она там 1500. Ну вот я, она недорого. А пересылка вот обойдется 800 рублей только пересылка плюс работа. То есть может получиться, что одинаково стоит. Вот что посоветуете? Ну одинаково стоит, да. Но вот я уже говорил, что в принципе каретки лучше, которая работала, стояла на машине. Если там фотографии пришлет, и там, ну бывает, что какая-то там поломка, там, ну люди, может, самим те же язычки не могут заменить, там, или что-то там, клин плохо подъемный работает. То есть такое вот, ну, не стерто, а именно что-то сломалось, такое, что можно заменить. То я считаю, что лучше отремонтировать то, что есть. То есть пускай даже за ту же цену, чем новое, но лучше отремонтировать старую рабочую каретку. Ну, то есть, если у вас есть вопрос, пишите. Алексей вам всегда отвечает. Да. Единственное, что да, вот, ну, очень не люблю я, когда мне вот как раз по машинам, по чужим что-то спрашивают. А вот она, значит, купила машину, она не вяжет. И вот, и что делать? А я говорю, а я откуда знаю, что вам делать? Обычно просто у меня тоже по времени, сейчас вот просто вот мы со Светланой встречаемся, но очень-очень редко, потому что времени нету. Я обычно пишу, даже стою на светофорах. То есть вот буквально там коротенькими фразами перекидываюсь на эти вопросы. Поэтому... Ну, думайте. Вот вопрос такой, а можно ли брать машину на запчасти для другой машины? Ну, мы уже это сказали, что если можно, вы, да, если да, вы в этом понимаете, то, конечно, можно. Но если вы решили сделать себе машинку, первый раз вот ее увидели, там собрали 5 машин за бесплатно и начинаете из них собирать новую, не зная, как она должна работать, то, наверное, все-таки не совсем правильно. Потому что мастер по швейным машинам не может восстановить машинку вязальную. Запчасти обычно оставляют то, что вот первые не купили, а уже мою машинку вот вяжут, говорят. Они, ну, мне предлагают, а возьмите мою. Я говорю, вот свою оставьте на запчасти себе. То есть, потому что восстанавливать, я знаю, что она, ну, видно, что она нерабочая или какая-то ненужная. Вот это уже за пересылку тут не стоит платить. Поэтому, как бы, на запчасти можно, конечно, иголки у них, в принципе, одинаковые. Ну, что-то там можно снять, если сами догадаетесь. То есть, да, запчасти одинаковые. Ну, вот, как бы мы обсудили, можно ли в домашних условиях собрать из двух машин одну. И вы смотрите по себе. Если вы никогда этого не делали, то, скорее всего, у вас не получится. Если это у вас уже 5-я машина, то, наверное, можно. Вот как бы тут вопрос... Ну да, тут так. Очень все вот может пойти, а может не пойти. То есть, я говорю, тут вот, бывает, что... Даже вот мы же... Я работал же на этом заводе. И женщины у нас отвязывали каждую партию, вот каждую машинку отвязывали... Была специальная женщина-отвязчица, вот она отвязывала. И она говорит, одна партия вот идет машин... И говорит, одна вяжет так, другая так, с этой каретку на эту поставишь по-другому совсем. То есть все очень индивидуально, поэтому ну, из двух можно собрать, но не гарантия, что они соберутся. То есть нормально. Там у вас на конвейере, когда выпускали, то собрали машинку, а потом с нее каретку с одной на другую. Ну, мало ли, бывало, да. Мало ли, она может там что-то попробовать, или что-то может явно какая-то бракованная. Она говорит, возьму я вот эту каретку. Но это специалист, который знает, как должна она работать. Если вы не знаете, как, вы даже не поймете, что она у вас плохо работает. Ну, да. Так, ну вот вопрос опять же, а стоит ли покупать через интернет? Вот как бы кто-то там в Чебоксарах у вас продает за 1000 рублей, и все, вот вы посмотрели новое, но человек вязать не умеет. Вот стоит ли покупать через интернет, платить деньги? Вот здесь я вопрос, не советую. Здесь вопрос, отправят вам или не отправят? Вот здесь ну вот это первый, да, вопрос. Да, да, то есть тут вопрос даже уже не столько, вопрос уже даже не столько того, что рабочая она или не рабочая, а отправят вам ее или не отправят. Потому что, знаете, мошенников, вот как бы, ну, просто вот я сейчас еду к вам, а мне это, ваша карта заблокирована, перезвоните по какому-то номеру. Ну, вот как бы, понимаете, мошенников-то много. То есть
уверены, что за 2000 никто там их искать не будет. Поэтому смотрите сами. Здесь все-таки, если вы покупаете на сервисах типа eBay и вот такие, где есть информация о продавце, если там у него это 50-я сделка, то, наверное, можно покупать, потому что у него есть уже отзывы. Если же это разовый какой-то человек, ну да, Светлана, ну да, мы перетираем одну тему, что нет, тут. Здесь вот как бы, да, знаете, я думаю, люди-то сами уже понимают они, это, они а все равно не понимают. Все равно на мне это не будет, да? Нет, на мне не будет, да. Вот я говорю, почему у человека 4 вязальных машины? Ну, потому что все они куплены за 500 рублей. Мне иногда пишут, говорят, что я купила вот за 500 рублей такую, эту за такую. Я говорю, в результате что? Ну что? Ну да, говорят, когда ни одна не вяжет. Вот, ни одна ну а не это за 10 них... тысяч куплю, да, точно будет вязать. Да. А вот не факт, да, что она будет вязать. Не, ну, через интернет, я говорю, покупайте. Я сам уже даже тут камеру, вот у меня видеокамера, то есть пошел, купил тоже через Авито. Ну и что, оказалось, она тоже что-то нерабочее. Там через год это только выяснилось, потому что там когда что-то захотели перебрасывать там, ну, видео. Поэтому только специалист должен покупать, либо на свой страх, в общем. Ну вот, если есть... У меня тоже часто спрашивают, а что посоветовать? То есть фотографию машины пришлет, вот продаю там такую-то. Я говорю, ну я с виду, что я могу сказать? Выглядит хорошо. Ну и чего, я же тоже, вот я не беру эту машину ни на какую ни на гарантию, ни на свою ответственность. Я пишу, выглядит хорошо, а уж там как он... Нет, ну почему мы с Алексеем работаем уже много лет? Потому что, действительно, мы сами у него машины покупали для наших учеников, для всех, кто обращался. Мы прямо к нему отправляем и напрямую покупают у него. И мы уверены в том, что... То есть я его рекомендую, потому что я уверена в нем, ну, как бы, ну, многократно уже эта функция исполнялась. То есть ученики наши... Если вы спросите, кто покупал, то в чате увидите, сколько человек у него купило. Поэтому вот у Алексея можно покупать удаленно через интернет, потому что да, человек много лет занимается. Да, также да, и да. По потому импортным что... машинам, потому что импортные тоже бушные, но только у мастера, да, я тоже, да, сам, да, потому да. что... Вот. Если же вы хотите купить через интернет у человека, то здесь на ваш страх и риск, это первое. Вторая возможность – это проверить у него дистанционно, то есть фотографии прислал. Можно, опять же, по скайпу, правильно? Чтобы, если человек умеет вязать… Ну, только да. Если он покажет вязание, ну, это вообще идеально, тогда, ну, берите, там уже 90%, что, конечно, что-то потом вылезет, что она вяжет что-то одно, но какой-нибудь узор она не будет вязать, потому что там что-то не настроено. То есть вариант такой тоже возможен, а он вам, естественно, потом, вы к нему обратитесь, у меня там не вяжет это. Но он скажет, ну, ваша проблема, к кому-то обращаться. Ну... Нет, ну, то есть ни к чему я говорю, что если есть возможность откуда-то, например, привезти машину, у вас кто-то едет в тот город, вы можете проверить эту машину, согласовать, человек едет, деньги платит, в руки берет, то есть как бы вы уже сами сможете, но дистанционно проверить, то есть посылать человека за машинкой, не проверив, просто потому что там кто-то вам что-то сказал, не стоит. То есть предварительно нужно самостоятельно убедиться, чтобы потом ни на кого не клепать, что «а ты что не проверил, ты что не посмотрел?» Все делаете сами, договариваетесь, а потом кто-то там привозит деньги, либо отправляет. Вот покупку мы уже вам ничего рекомендовать не будем, потому что разовые продажи, они очень опасные. То есть что там человек продает, как часто он продает, откуда у него эта машина, новая, бэушная, ворованная. Вот историю не узнаете. Поэтому мы вам можем посоветовать, как ее проверить, на что обратить внимание. А вот как бы операцию вот, по сделке, по продаже самой, это уже на ваш страх и риск. Мы можем посоветовать только вот тех людей, которых мы давно знаем. Алексея давно знаем, поэтому именно поэтому я вам рекомендую не пожадничать, а купить машину гарантированно с профилактикой, с отвязкой восстанавливаем. Да, она бэушная, машины все бэушные, практически все бэушные, но она у вас с гарантией будет работать, и у вас будет гарантия на обслуживание. То есть вы вопросы можете задавать и получать на них ответы. Так вот, еще есть вопрос про комплектацию. Про комплектность, да. Ну, комплектацию, в принципе, можете, да. Если вам продемонстрировали, что машинка вяжет, то есть все они там вот вам показали, машинка вяжет, но там не хватает чего-то, там какой-нибудь клапан-открывателя или там декера. Ну, в принципе, тогда уж, конечно, берите машинку. В принципе, даже счетчик
без счетчика или со сломанным счетчиком можно взять, потом счетчик докупить. То есть, если машинка вяжет, вам показали ее, то как бы с комплектацией проблем нету. В принципе, они, ну, не такие, чтобы дорогие, конечно, дороже 500 рублей, может быть, даже выйдет дороже машинки. Но... А вот здесь вот действительно очень часто бывает так, что в машине чего-то не хватает. И вот мне тоже пишут, помогите купить там то-то, то-то, то-то. Вот насколько критично вот эти запчасти для вязальных машин? Вот насколько критично вот этот комплект, укомплектация вот эта? Ну, в принципе, там все вот положено то, что должно лежать. То есть все детали нужны. То есть, поэтому, если чего-то не хватает, ну, это потом может сказаться там на каких-то узорах вам вывязывания, там у вас не будет, тогда уж декера, линейки там не будет. Нет, просто может получиться так, что вот сколько доставка Почты России? 300 рублей стоит, да? Да. Ну, и какой-нибудь все. Этот декер там, это 200 рублей, 300 рублей. То есть, вы машинку купили за 1000 рублей, и к ней еще потом какую-то ерундовину, ну, да. Тоже за ту же самую... Да, это еще и одного декера. У меня бывает, да. Это, вот женщина тоже недавно буквально, у нее коробки целой не было. Но вот я ей сказал про цену, что она все пропала. То есть... Вот, понимаете, думают, что если я купил машину за 1000 рублей, то декер должен 10 рублей стоить, 10, а еще лучше бесплатно. То есть, а когда говоришь, а доставку 300, да вы что, еще и 300 рублей доставка? То есть, это клапан открыватель сколько, 550 рублей или 100 рублей? Да уже 150 тонн точно. Ну вот, 150 рублей. Клапан открыватель – это маленькая железка, которая поднимает иголки. Так вот, у вас все есть, его нет. Значит, доставка его там, скажем, 200-300 рублей. Да вы что? 200 рублей? Да и у меня машинка за 200 рублей. А мы-то вот при чем тут? При чем тут? И люди вам пропадают. Повезло, можно сказать, только, что вы купили. Да, поэтому ориентируясь на то, что да, лучше, может быть, эти 300 рублей за доставку этого заплатить, но вы машинку бесплатно получили. Либо вы покупаете где-то полный комплект, ну, прям вот полный-полный, но там за 5 тысяч, там, за 6. Mm-hmm. Вот каждый раз смотрите. Комплектацию можно же проверить до покупки, правильно? Ну, как по идее, нужно, конечно, там, если вы уже так подошли к этому серьезно, в интернете есть распечатка наверняка паспорта, и там должна быть написана комплектация каждой машине, там, к ТВ-2, к ТВ-5. Ну, чтобы не было таких проблем и вопросов, потому что все стоит денег, ну, скажите, что вам покажите комплектацию, какая есть там. Обычно, в принципе, иногда, смотрю, так люди выкладывают, то есть видно, там чего не хватает. То есть я это сразу вижу, вот, ну, поэтому смотрите. Ну, во-первых, обычно есть в машинке паспорт есть, да. Если нет, значит, в интернете выходите, там в интернете вот да, все есть, все можно найти. Да, что должно быть, да, да. Как называется, комплектность? Машина, вязальная машина. Вязальная машина, все. Да, Нева-2, Нева-5, там у них своя комплектация, то есть... То есть, когда вам будут рассказывать, да не было в комплекте, да, не было, ну, у вас не было... Ну, должно быть. Значит, вы понимаете, что вам, если этого не было или нету, значит, вам это придется все равно покупать. Вот хотите вы или не хотите. То есть он вязал, у него не было, либо он сломал. Но вам придется это покупать. Поэтому ориентируйтесь на то, сколько это стоит, закупка. Поэтому наведите справки, сколько вам обойдется пересылка из доставки, чтобы не получилось, что вот это вам обойдется дороже, чем сама ваша машина. То есть, с другой стороны, если, говорю, машина достается за 500 рублей, но не хватает только там какого-то декера или даже всей этой упаковки, то, может быть, проще действительно машину в рабочем состоянии взять. Но если... Неизвестно, машина рабочая, нерабочая. Да, еще не хватает. Комплекта нету, счетчика нету. Вот как бы смотрите сами, потому что никто вам ничего не гарантирует. Если чего-то не хватает, я говорю, покупать машинку стоит только если вот, ну, вам показали, что она вяжет. То есть это рабочая машинка, а вот там пару декеров или чего-то не хватает, ну тогда вот, да, наверное, стоит. А если... Нет, ну вопрос вяжет. Вот, ну да, вяжет простое полотно. Да, согласен. А сбитые вот эти клиновидные эти штуки, да, вот понимаете, они стерты, и все, их не видно. Да. То есть, да, провязка тоже это как бы, ну, что она что-то вяжет, но тоже как вяжет, да, как вяжет, потому что. Если вы не знаете, как должна вязать, Люди сейчас, вот мы про Неву 5 уже сегодня не успеем, наверное, но вот про Неву 5 у меня вот эти про вулкановскую, а там вот про комплектность просто заговорили. Там они просто не заморачивались даже на самом заводе, они просто вычеркивали с паспорта, там положено там декер какой-то, у них его наличия нет, они его просто вычеркнут из паспорта и продают. Вот, поэтому... И потом, когда он будет говорить, что, видите, вычеркнут... Здесь не должно быть. То есть тут... Поэтому...
Ну, а что про него 5 можно рассказать? Так ну, про него там очень его... много рассказать, которые есть, которые машинки вообще не стоит даже, и, так сказать, и смотреть их. Там, поэтому выпуск, вот как обычно, я говорю, это машинка выпуска после 92-го года завода «Вулкан». Там, тоже мне иногда спрашивают эту машинку, эту, то есть, ну, это там просто длинный разговор, поэтому... Нет, сейчас, значит, вот смотрите, мы сейчас 51 минута, то есть мы как бы в час уложились, и поэтому я спрашиваю, что если это длительный какой-то процесс, мы можем в следующий раз не сделать. 5 давайте сегодня не будем, потому что там действительно много этих, так сказать, комплектаций машин, и очень много, которые даже вот я не берусь даже ремонтировать, и не берусь, ну, даже вот, то есть никому не советую, и сам не беру, так говорится. Поэтому, ну, там надо вот на это обратить внимание. Там. Алексей, ты спрашиваешь, есть ли у вас сайт, где можно посмотреть эти вязальные машинки, либо группу ВКонтакте? Вот что дать для связи с вами? Ну, лучше группу ВКонтакте, наверное, потому что есть и сайт, есть и группа ВКонтакте, но вот пока... Ну, смотрите. То ищет одна. Да, я на самом деле сейчас под видео выкладываю контакты, как найти Алексея в соцсети ВКонтакте. Вы его найдете, там уже дальше сможете сами связаться и запросить сайты. Да, и если вы сейчас... говорите от Светланы, то это как бы для меня вообще, ну, так сказать, указание, что первым делом ее клиентов надо обслужить, чтобы не было потом никаких вопросов, все были довольны. Да-да-да, да, я поэтому, очень удивилась. Я говорю, как моему клиенту отправили плохую машинку? Он да, говорит, да. Да не плохую, хорошую. Нет, она пишет, что плохая. Ну, в общем, да, начинаю разбираться. Поэтому, да, если вы еще укажете от Светланы, то это как бы вообще будет... Так, показать. Я выложила реквизиты Алексея, группу ВКонтакте, которая называется «Вязальная машина Нева». Поэтому под этим видео вы можете посмотреть реквизиты, связаться и уже там определиться сами с тем, да, какая вам вязальная машина. Задать свой вопрос, да, может быть, что-то там вам... Там, кстати, много тоже... Очень много нюансов. Всяких... Вот как бы да, вот, нюансов очень уже много. Мы уже четвертый раз встречаемся, вот как бы про все не рассказать. Вот. А про него можно 5 там можно рассказывать, ну, это вот кому интересно, то есть... И обычно уже... А, вот я про что... Слушай, это Ладога? Нет, это не V5. Вот я хотел сказать, что... то есть, есть такие машинки, вот не V5, которые я не советую покупать. Они говорят, люди, а я на ней вяжу. Я говорю, вы не вяжете, вы на ней мучаетесь. Я говорю, не знаю, как настоящему вяжет машинка. То есть, не V5. Он, когда у него потом появляется нормальная машина, он говорит, правда, смотрите, это же... Там женщина мне благодарность там объявляла, что говорит, что она вообще, говорит, каретка просто сама скользит. То есть... Алексей, у вас девочки пишут, что у вас в продаже есть машина «Ладога» сейчас. «Ладога» один, да. Вот. Я тут... это, аукцион. Аукцион я решил. Да, да. «Ладога» один вообще очень машинка, ну просто легендарная. Кто на ней вяжет, ну просто в восторге. Поэтому их очень мало в России осталось, потому что они уезжали сразу же в Тамбовскую область, такой рассказываю город. Там был центр просто вязания вот носков, этих, как они, жакетов таких из толстой пряжи. И вот они прямо загоняли машину в цех и туда вязали, эти машинки везли, и там их убивали. Это самое жестоко. Вот, поэтому их очень редко сейчас появляются. И кто на них вяжет, ну... Просто машинка очень хорошая, она класс у нее 2,5 и 5, то есть иголки там 2 раза больше, чем на Неве, то есть вяжет, ну, практически там пряжу, ну, любую. Алексей, сколько денег стоит? Началась с 8500. То есть это аукцион, реально аукцион? Да. Ой, супер, ну вы вообще... Я хочу, да, это не первый уже аукцион, я проводил аукционы Неву 6 кареток тоже, как бы хорошо прошло, интересно, поэтому... И сам развлекаюсь. И ну чего, дадите мне ссылку, я у себя в группе размещу. Интересно, я вот как бы аукционная вязальная машина, никогда такого не видел. Не, очень Нева 6, прям такая была битва там до последнего дня. Каретку Нева 6, это покупали ее для Невы 5, то есть для вязания Интарсии. То есть, купив каретку от Невы 6, для владелица Невы 5 может вязать из разных клубков, ну, как это, Интарсия, да, это, Светлана, называется ли вы, не вкус? Не вкус? Но это вязание с разных клубков без протяжки, то есть, в одном ряду будет, как бы, вот, несколько, с нескольких клубков, там, ну, можно, там, 5-6
То есть это вот на Неве 2, кто вяжет, тот понимает, а вот Неве 5. Без протяжки. Ну, хорошо. Да, интарсия, так называемая. Алексей, а вы спрашиваете, а что вы скажете о Неве 4? Нева 4 это хитрая машина, хоть она и Нева, но ее выпускали в Черновцах, по-моему, на Украине. То есть запчастей никаких, кроме иголок. Сама каретка какая-то непонятная. В общем, попадалось мне несколько машин таких, но, честно сказать... Ну, вот, как говорится, в чем вопрос? Что вы скажете о Неве 4? У вас есть предложение Неву 4 купить, да, или да, вы хотите, да, продать, либо оно у вас что? Вот как бы что? Ничего плохого сказать не можем. Без да, если вы, да, если вяжете, в принципе, вяжите дальше, да. Стоит ли менять, не стоит? Формулируйте вопрос более конкретно, мы тогда сможем как бы более конкретно ответить. Что вы думаете? Да, запчастей к ней практически нету. Да, то вот, есть, вот это вот. Если это очень, да, купили и потом что-то сломалось, ну, куда метаться, я даже не знаю, на Украину. Здесь, опять же, вот весь вопрос покупки Невы, Ладоги, Северянки заключается в том, да, есть ли к ней запчасти или нет. Да. Поэтому, когда вы покупаете у Алексея, то вы точно покупаете машину, у которой есть эти запчасти, и ее может. Во всяком случае, она уже восстановлена. То есть она вам еще лет 10 прослужит. Вот все остальное, здесь очень большая вероятность, что машину продают, потому что не смогли в ней купить запчасти. В особенности бэушные машины, в особенности Toyota машины. Да, машинки хорошие, да, да. Toyota, да, машинки хорошие, но с запчастями очень там... Хорошие, да. Вот, поэтому цена не является определяющей. Вот как бы мы постараемся вам сегодня рассказать очень много всяких нюансов, которые могут быть при покупке вязальной машины с рук. Я надеюсь, что вы этими нашими советами воспользуетесь, потому что, конечно, их можно пронумеровать и сказать, делай раз, делай два, делай три, но очень много машин разных. Вылезает, и поэтому да, у них у всех нюансы. Если вы хотите гарантированно хорошую машину купить, значит, покупайте у мастеров, у тех, кто их восстанавливает. Там есть гарантия. Люди очень гордятся своим именем и не готовы его портить, потому что вы можете зайти на любой форум и узнать, кто такой Алексей, кто такой, ну, как бы, про любого мастера кто можно все Светлана? Узнать. Да, кто такой Светлана, почему она не знает, что такое интарсия и так далее. Светлана – организатор. Да, значит... Что у нас тут? Виктория пишет, машина «Зверь» – это про него 4, я наверное. Про «Ладогу» один, наверное. Про «Ладогу», наверное, да. И кто-то у нас тут написал такое, что надо покупать... А, вот уже убрали, что ли. Что надо покупать машинку только у человека, которому доверяешь, то есть у мастеров, да. Ну, вот именно, к этому, именно... да, мы все, сегодня наш текст только к этому шел. Ну, как бы это можно считать рекламным постом, а да, можно считать тем, что все-таки все грабли... Делайте свои ошибки, да. Грабли все давно посчитаны и стоят все на своих местах. Поэтому... Лучше не занимайтесь, да, этим самопокупкой лучше не занимайтесь. Ну, если только на запчасти. Есть, да, если на запчасти, либо у вас есть желание... Вот, вы знаете, вот желание вот самоделки очень много. Ты когда приходишь тоже кому-то и говорит, я вот машинку, мне не понравилась, я ее разобрал, еще раньше что-то, может, вязала, разобрал, собрал, она не вяжет. Я обычно в таких ситуациях просто опять заново, потому что бывает, ну так соберут, вроде бы, ну там уже не соберешь, вроде бы, специально не соберешь, но наши люди... Нет, самое хитрое получается, что говорит, я хотел поменять иголку, да, то есть поменять иголку, ну, копеечное дело, да, копеечное, да, дело. Да, да. Разбор потом иногда может стоить дороже машины, да, потому что там, ну, как бы, она... Ну, там пружинку можно, да, можно разобрать. И много очень любителей разобрать. Вот я хочу разобрать, я думаю, помою, смажу. С батами, да, да, да. А потом, вот я говорю, собрать, там вроде бы что-то собирать-то, вроде бы, ну, вот не вяжет, потому что собирать тоже надо правильно. Тут, а вот ну, какая есть... у вас самая дорогая была, какой самый дорогой ремонт был? Вот как бы именно ремонт не запчасти, то есть не каретка, не что-то. Вот именно вот по глупости разобрать. Все и ну, я честно сказать не помню. Ну сколько? Ну не 500 рублей, ну, а не, 1000 не 500, рублей, да, рублей, да, 3, да. Сколько могло стоить? Ну 1500, наверное, я думаю. Ну что то у меня... как бы это день, да? День-два могло стоить. Да, это где-то ремонт у меня сейчас ну, вот, около 1000, вокруг 1000 крутится, 1000 до 2. Так вот где-то. Поэтому, если вы хотите узнать, сколько стоит замена вот этого, замена этого, вам Алексей примерно назовет, да, потому что опять же, может быть, еще что-то выплывет, то, чего вы не видите, то, про что вы не сказали. А тут, да, смешной был момент. Женщина звонит, значит, живет в Мурино, то есть недалеко.
Говорит, у вас иголки есть? Я говорю, есть. Он говорит, я сейчас приеду, значит, куплю. Я говорю, ну приезжайте. Вот она приезжает, рассказывает. У меня, говорит, мастер сидит. Мастер вызвала мастера. Я не знаю, какая-то фирма у нас занимается в Питере, что ли, еще. Говорит, пришел, говорит, иголок у него нету, ничего нету. Вот он сидит, ремонтирует там у нее машинку. То есть, что он там у нее наремонтирует? Нет, ну, есть же у нас как бы швейный мир, и все, они там по северам занимаются. Ну да, но я думаю, по нашему... Ну, за одну приняли заказ, на одно и то же, как бы, ничего. Ну, бывает. Не, ну да. Вопрос, заменить иголку. Что, не заменить ли? На Сильвере знают, как что, на Неве не заменить? Ну, вот. Ну вот. Я, может, знаю, как вот на этом, а вот я на Сильвер не возьмусь. Ну, что... а там человек смелый. Ну, вот вы. Ну, вот смелый, вы смелый, вот, да, да. Вот смелый, смелый с города берет. Да, да. Вот и машинки берет. Ну, я считаю, что мы сегодня очень полноценно рассказали. Я думаю, что те, у кого есть время прослушать, они сделают для себя какие-то выводы, потому что наша задача стояла не в том, чтобы запугать, что не надо покупать через интернет, а в том, чтобы все-таки быть готовым к тем неожиданностям, которые могут быть. И если вы хотите их избежать, то все-таки надо обращаться в проверенные места, да, дороже. Но, как говорится, человек работает не бесплатно, и он вам за эти деньги гарантирует, что у вас все получится. Вопросов, я так понимаю, что больше нет, и мы поэтому... Только минус в том, что там уже грузы висят. А, Виктория, это Виктория все про свои машинки рассказывает. Виктория вообще. Кажется, я нашел ей штучку, которую она хотела. Виктория, нашли вам штучку, могу забрать. Вот, ну, на этом тогда будем прощаться. Я надеюсь, что всем все было понятно. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если вам не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите ваши вопросы, комментарии. О чем бы вы хотели узнать, потому что вот я говорю, что мне удалось Алексея договориться с ним, что он ну, какое-то время поотвечает на наши вопросы. И если эти вопросы будут действительно интересны, чтобы их можно было в течение часа там осветить, то мы обязательно это сделаем, потому что как бы, если вопрос малюсенький, вы можете ему написать, и он вам сам ответит. А если вот как бы такая тема, как, например, как купить вязальную машинку через интернет, то тут одним словом не скажешь. Да, я не советую. Да, вот Алексей не советует. Ну, на этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, что с вами были Светлана Амельян и Алексей Яковлев. Да.